Снова всем привет, друзья. Это вторая серия про самокат. Значит, в ней я буду испытывать, как же он все-таки едет. Мне любопытно. Значит, вот взял я сумочку от велосипеда, убрал внутрь все провода. Сейчас покажу вам. Вот, смотрите. И засунул туда аккумулятор от велосипеда на 8 ампер часов. Потом сделал, значит, приборчик. У меня есть такой ваттметр. Сейчас буду замерять, сколько же все-таки он потребляет ампер. Ну и какой мощности максимальной может выдать на 36 вольт. Так, вот у меня кнопочка включения. Все, здесь у меня показывает, значит, напряжение на аккумуляторе. Ну, я сразу вижу просадку. Будет. Держу я в одной руке камеру, поэтому поеду так не очень удобно, конечно, но попробуем. Так, друзья, я на старт, поеду туда, вперед. Значит, мне важно понять, какой сюда нужно аккумулятор ставить, на сколько ампер часов, ну, минимум, чтобы комфортно себя чувствовать. Так, поехали. Эх, опасно. И неудобно одной рукой. Я хочу сказать, что жарит, конечно, он быстро. Аккумуляторов 20 есть точно, а может быть и все 25. Сравнивая с велосипедом, если. Да, но при этом просадка напряжения большая, больше, чем даже на велосипеде. Если я еду, здесь просаживается до 36 вольт. Ну, очень много. Очень много потребляет самокат по сравнению с велосипедом с моим. Так, друзья, не знаю, видно вам, не видно на этом датчике. Здесь вот постоянно меняются показатели снизу. Значит, максимум было 13 ампер. Это на максимальной скорости, какой я на ней выжил. И мощность, вот вижу, 495 ватт, хотя колесико на 250 было, на 24 вольта. Да, вот 13,4 ампера. Это много, друзья, очень много. Сюда, значит, надо помощнее ставить аккумулятор. Хотел сказать, что тормоз работает просто супер. Блин, так тормозит отлично, даже задний вообще не нужен подтормаживать. Получается, значит, если брать аккумуляторы литионные с ток отдачи 2s, то минимум сюда надо ставить аккумулятор 6 ампер часов. Ну и на этом у меня все, друзья. Осталось, в общем, выяснить, насколько хватит аккумулятора при таком расходе. Где-то, да, 0,5 киловатта, получается, мощность мотора. Теоретически, практически у меня, наверное, не получится попробовать. Остается только теоретически выяснить.